Сегодня в наш город приезжает известный публицист Дмитрий Быков с, на первый взгляд, безобидной лекцией о Гарри Поттере. Однако она безобидная только на первый взгляд. В ней Быков будет касаться темы Второй мировой войны и, как следствие, Великой Отечественной. Быков в своей лекции доказывает, что события из книги Роулинг являются реальным отражением событий Первой и Второй мировой войны, которые, как он утверждает, цитата, «скомпрометировали и Европу, и Россию». Я предлагаю вспомнить, что еще в том году Дмитрий Быков открыто заявил, что во время Великой Отечественной войны гитлеровцы собирались освободить Россию от коммунистов, и многие русские должны были бы их приветствовать. Это его официальная позиция, и я не понимаю, каким образом человек с таким отношением к нашему прошлому, к нашей победе, может проводить лекции для подростков.